саженцы туисклатчатый экстрис – одни из самых быстро растущих хвойных пород. Можно в достаточно короткие сроки обзавестись зеленым забором и спрятаться от глаз соседей. Для этого оптимально будет высадить крупномеры экселса. Характеристики. Форма пирамидальная, ствол идет до самой вершины. Зимостойкость средняя. Достигает 3,5 метра высоты и 1,5 метра ширины. Растет на дренированных, влажных и питательных почвах, не слишком плотных. Цветолюбиво, но переносит и тень. Хвоя крепкая, темно-зеленого цвета. Весной желательно вносить минеральные удобрения. Отлично переносит стрижку. Туисклатчатая экстрельса – это дерево высотой 150-200 см, диаметром 60-80 см. Весной листва по цвету темно-зеленая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.